Во Дворце независимости сегодня президент принял верительные грамоты от новых руководителей дипломатических миссий в Беларуси. Документы привезли 11 представителей. Вновь назначенные послы у Литвы, Эстонии и Франции. Еще 7 дипломатов будут работать по совместительству. От Канады, Люксембурга, Монголии, Индонезии и Финляндии. Двое из них из Буркина-Фасо и Эритреи представляют африканский континент. Новый посланник в Беларуси у Ватикана. Габор Пинтер стал 7-м апостольским нунцием с 1992 года и сменил на этом посту Клаудио Гуджероти. На встрече с дипломатами Александр Лукашенко отметил, что Беларусь всегда открыта для тесных контактов и сотрудничества и готова реализовывать взаимовыгодные проекты со всеми странами. На международной арене современная Беларусь воспринимается как надежный и предсказуемый партнер. Не случайно она все чаще ассоциируется с островком стабильности в регионе, исповедуя такие ценности, как исключительное миролюбие и безопасность. Беларусь открыта к тесным контактам и сотрудничеству. Все взаимовыгодные проекты мы готовы реализовывать. Убежден, что вы будете не только наблюдателями, анализирующими происходящие в Беларуси процессы, но и займете активную позицию по расширению практических связей наших государств. Надеюсь, что пребывание в Беларуси станет для вас полезным и интересным. А мы сделаем все для того, чтобы вы не пожалели, что приехали продолжить свою дипломатическую миссию в нашей прекрасной Беларуси. Успехов вам! Некоторые дипломаты находятся в нашей стране не один месяц и де-факто уже исполняют свои обязанности. Но де-юре официальной датой вступления в должность считается именно момент вручения верительных грамот.